Буквально в прошлом месяце руководство регионального Минздрава официально заявило, сеть ФАПов в Ульяновской области будет расширяться. Все потому, что в некоторых селах фельдшерско-акушерский пункт – это не только единственное учреждение здравоохранения, но и единственная аптека. Чтобы посмотреть, как работают ФАПы в действительности, мы отправились в село Татарский Сайман Николаевского района. Строить ФАП здесь начали в мае 2018 года. Сдали в эксплуатацию летом, однако до сих пор жители никак не могут привыкнуть к тому, что медицинская обслуживание может быть настолько комфортным. В основном пенсионеры, работающие 250 человек. Молодые как бы специалисты получают образование, получают диплом и уезжают в города работать. В этом году построили ФАП, и у нас как бы обслуживает тут медицинский персонал. Нашим пенсионерам очень удобно ходить. Очень они рады открытию ФАПа, и они благодарны, что открыли такой красивый и уютный ФАП. Радость их от того, что раньше фельдшер осуществлял прием в кабинете географии местной школы. Кабинет пришлось разделить на три маленьких помещения. Там медики и ютились последние 10 лет. До этого также ютились в старом детском саду, ну и там было холодно. А ведь в 1986 году для них строили полноценный пункт. Да только просуществовал он недолго. Трубы прорывались, замерзали, вот и пришлось кочевать. Сотрудники ФАПа надеются, что новое здание примет их на долгие-долгие годы. Работать в нем действительно приятно. Очень хорошо, светло, просторно, уютно, комфортно. Хочется работать, жить и работать. Сколько человек обслуживаете в этом ФАПе? Сколько сел? Мы обслуживаем три села. Тат Сайман, Чу Сайман и Качкарлей. Население у нас общее 1415 человек. А сотрудников сколько? Сотрудников трое. Я заведующая, процедурная медсестра и тренажная медсестра и техничка. В этом фельдшерско-акушерском пункте можно купить и медикаменты. Ехать в аптеку из села не обязательно, все здесь. Мы, разумеется, не видели каждое из сел, где построили новые ФАПы. Но если в них они такие же светлые и комфортнее для жителей, то, по крайней мере, проблему первичной медицинской помощи на селе можно считать отчасти решенной. Андрей Творгов, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.